мраке далеко не улетишь. На старой железяке далеко не уплывешь. Хорош сидеть во мраке и ворочать железяки. Вся жизнь твоя изменится, как только подберешь. Тот самый бинго, 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 бинго. Наука штука хитрая, мозги прокипятишь. Наука штука крепкая, все зубы обдерешь. Хорош сидеть во мраке и ворочать железяки. Вся жизнь твоя изменится, как только подберешь. Тот самый бинго. Доброе утро, уважаемый. Или, если быть точным, добрый день. Спим, значит. А какой отсюда вывод? Опять всю ночь писал стихи. А каким источником освещения пользуемся? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А то, что у нас проходит неделя бережного отношения к природе, никого не касается, да? Ну как же так? Энергорасточительный вы наш. Это ведь примитивнейшая лампочка накаливания. Когда-то лампочки накаливания считались пределом совершенства, особенно по сравнению с газовыми горелками, керосиновыми лампами или, простите, свечками. Но сейчас мы понимаем, что эти лампочки совсем не идеальны. Лампы накаливания потребляют слишком много электроэнергии, при этом используя для освещения лишь 10%. Кроме того, используя такие лампы, мы вынуждены нагревать воздух в нашем доме. Лампочку мы изымаем. И рекомендуем впредь использовать исключительно энергосберегающие лампы. Каждый из нас может сэкономить много электроэнергии, если заменит все лампы накаливания у себя дома на светодиодные или люминесцентные. Люминесцентные лампы расходуют в несколько раз меньше энергии, при этом превращают в свет почти 40%. Светодиодные лампы обладают еще большей светоотдачей и повышенной стойкостью к механическим воздействиям. Спасибо, друг! Природа не забудет твой вклад в дело ее защиты. Нюша, ну уж от кого, от кого? Да знаешь ли ты, что один капающий кран — это 8000 литров за год в минус? Водорасточительная вы наша. Ну что ж вы так, ведь это так просто. Экономить воду. А один протекающий сливной бачок. А это еще что такое? Ну-ну. Так-так-так. Катаемся, значит. А то! И какой у нас расход бензина? 50 на 100. 50 литров на 100 километров? Не, наоборот. Ой. Ну-ка. Круто! Не круто, дорогой мой. Совсем не круто. Осознаешь ли ты, что ваша самовозка очень опасна для окружающей среды? Большой вред природе наносит автомобильный транспорт, расходующий огромное количество топлива, то есть энергии. Самый экономный и безопасный для природы автомобиль – это автомобиль в гараже. Поэтому развитие общественного транспорта – метро, троллейбусного и трамвайного, а также индивидуального велотранспорта – это тоже природа и энергосберегающие технологии. Мы как-то даже не задумывались про вред природе, если честно.
Ёлки-иголки, мы ее делали не для того, чтобы природу оберегать, а для удовольствия. Тем не менее, я бы настоятельно рекомендовал отказаться от поездок. Вот еще, мы ее 2 месяца собирали. И вообще, ежик, ты со мной? Ну и ладно. Поздравляю! У нас экологическая катастрофа. Мне говорят, что я балбес, что я вчера с березы слез, ни человека, ни на миг, и подо мной земля горит. И в общем правду говорят, но в этом я не виноват, а виноват об этом кто? Кто у меня внутри живет? Он у меня внутри живет, он мне покоя не дает. Он удивительный хитрец, он балабун и оборвок. Он все творит из-под тишка, да так же кружится башка. Он балабун и оборвок, он на слабо меня бьет. Он у меня внутри живет, он мне покоя не дает. Понятно, понятно, я вполне разделяю ваше возмущение. Надо же в конце концов принять какие-нибудь меры. Никаких мер мы принимать не будем. Забота об окружающей среде – это личное дело каждого. И каждый должен прийти к этому самостоятельно. И что ж теперь? Терпеть это безобразие? К счастью, долго это безобразие не продлится. Уж это я вам гарантирую. Привет, старина! Мне, как обычно, полный бак. Найн, бензин больше нет. Наши запасы закончились. То есть как это закончились? То есть совсем-совсем. Остался только этот последний канистр. Но это на крайний случай. Извини, отдать не могу. Крош, пойдем домой, а? Бип-бип. Я просто не представляю, что можно сделать в такой ситуации. Но он уже неделю там сидит. Я понимаю, что Крошу нужна помощь, но помощь нужна и природе. Как бы то ни было, у нас все равно нет больше топлива. А почему бы не попробовать переделать автомобиль Кроша, сделать его более экологичным? Проще пересадить Кроша на велосипед. Можно сделать для автомобиля электродвигатель. Тогда ему не понадобится бензин. Разумеется, и для экологии такой автомобиль будет абсолютно безвреден. А шум? Это же невозможно вынести. Уверяю вас, шума будет на порядок меньше. Совсем скоро на дорогах появятся электромобили, работающие на электроэнергии, запасенной в аккумуляторных батареях. Электроэнергия аккумулятора, изготовленного с применением нанотехнологий, будет вполне достаточно для 400 километров пробега. Использование подобных авто позволит значительно экономить топливо и делать менее грязным воздух наших городов. Yeah.
того, друзья, мы все прекрасно потрудились. Пойдемте же обрадуем нашего автолюбителя. Ein Moment. А где пропал последний канистра бензин? Крош! Но это на крайний случай. Извини, отдать не могу. Не могу. Любишь кататься, любишь кататься. Люблю и буду. Он не мог далеко уехать. Странно, что мы до сих пор не слышим звуков его мотора. Вон он! Ну что, уже можно? Тихо ждать, долго ехать. Компрессия. Не хочешь прокатиться? А то, знаешь, одному кататься никакого удовольствия. Ну давайте же, уже автомобильные вы мои. Сколько можно ждать? Надо же, действительно почти бесшумно. Копатыч! Ты давай прекращай тут тоску разводить. Тебе что, заняться нечем? Нечем, огорода нет, ульев нет. Укуси меня, вакуум. Значит, можно отдыхать, почитать что-нибудь, придумать себе хобби. Не умею я отдыхать, не приучен. Да вы, ребятки, за меня не переживайте. Яблочко хочешь? Чистенькое. Нет, спасибо. Вот и я не хочу. Даже вредителей тут нет, чтобы от них запасы защищать. Ладно, ежик, пойдем отсюда. У меня от этого скрипа уже уши заложило. Червивая? Вот попадись мне, вредитель! А кто-нибудь знает, что стряслось с нашим Копатычем? То его не видно, не слышно, а то... Я из-под земли достану! Хоть не скрипит больше, уже хорошо! Да что ж такое, а? Опять червивый! Укуси меня, червяк! Я уже и опылял, и ловушки ставил. Все без толку. Феноменально! Он где-то здесь прячется, обжора. Наверное, мы прихватили его еще с земли, когда собирали запасы. Да хоть с Марса!
лучше подскажи, как его вредителя найти? Насквозь-то я видеть не умею. Насквозь? А ведь это идея. Я думаю, увидеть вашего червяка нам поможет магнит. Так ведь червяки вроде того не магнитятся. Это только на первый взгляд. Как я уже не раз вам рассказывал, мы все состоим из атомов, а каждый атом из ядра, вокруг которого вращаются электроны. Так вот, ядро каждого атома — это маленький магнитик. Это что ж получается? У нас внутри магнит вполно. А чего ж к нам железки не липнут? Из-за того, что наши ядра-магнитики очень слабые и направлены в разные стороны. Поэтому большинство веществ не обладает магнитными свойствами. Но если поместить любое вещество в очень сильное магнитное поле, то ядра атомов начнут выстраивать свои магнитики в одном направлении. О, и чего? Тогда любое вещество станет магнитом? Не совсем. Магнитики ядер не сразу выстроятся в затылок друг к другу, а будут некоторое время качаться, как волчок перед падением. Это вращение ядра называется прецессия. Ага, одного не пойму. Как нам эти волчки помогут червяка поймать? Сейчас все поймете. Прелесть в том, что у каждого ядра своя частота прецессии. А значит, и у разных веществ она отличается. У сахара своя прецессия ядер, у воды своя. Получается, что если мы определим частоту прецессии ядер, то сможем понять, сколько, например, в арбузе воды и сахара. И уж точно сможем определить, есть ли внутри червяк. Здорово, правда? Может, лучше дустом его? Друг мой недоверчивый, давайте я вам еще раз все объясню. Слышал? Они могут все узнать. Это вряд ли. Начинается процесс уменьшения. Где сегодня высадится наш червяк-вредитель? Овощи, фрукты или цитрусовые? Давай овощи, я от этих фруктов уже чешусь. Отлично! Пункт назначения — гигантская морковка! Вот оно, счастье! Значит, у каждой ерундовины частички внутри крутятся со своей частотой. Именно. Так а как же ты частоту этих ядреных волчков определишь, ежели внутрь не залезешь? Очень просто. Резонансом. Чтобы измерить частоту прецессии ядер, нужно облучить атомы радиоволнами и менять частоту радиоволн, пока она не совпадет с частотой прецессии ядер. Тогда возникнет резонанс. А приборы зафиксируют этот момент. Он называется ядерный магнитный резонанс. При помощи ядерного магнитного резонанса можно узнать частоту прецессии и определить, что находится внутри. Таким образом, можно посмотреть, как устроен практически любой предмет. Значит, и фрукты, и овощи можно ядрёно-магнитно просветить. Ядерно-магнитно, разумеется. Так чего ж мы тогда ждем? Это устройство, которое поможет нам найти вашего червяка методом ядерного магнитного резонанса. Оно создает очень мощное магнитное поле, в десятки тысяч раз больше, чем у Земли. Видите? Прибор слой за слоем просвечивает яблоко, а потом складывает картинку в единое целое. Этот прибор называется томограф, от греческого слова «томос» — сечение. Здорово! Давай еще! Все, это последний.
пусто. Не сработал твой ядреный резонанс. Вот ведь хитрющий червяк попался. Может, все-таки дустом его? Подождите, возможно, мы что-то пропустили. Так чего ж теперь? Еще 5 дней все пересматривать. Давайте проверим хотя бы снимки червивых плодов. Погодь, а можешь эту увеличить? Попался! Ишь, какой жирный! В арбузе окопался. Вредитель! Не уверен я, что все это правильно. Ты что? Мы же не просто так. Ради Копатыча. Отними у него нашего несуществующего вредителя, и что ему останется? Тихо. Что это? Вроде оттуда звук. Посмотрим. Может, не надо? Да что там может быть так... Куда он делся? Ребята, а вы тут чего делаете? Копатыч, а мы тут это... червяка тебе поймали. Ага. О чем вы только думали? А ведь я хотел на днях сварить яблочный компот. А если бы вы были внутри? Ужас. Мы хотели как лучше, чтобы Копатыча было веселее. Ну, теперь ему точно есть чем заняться. А кто это у нас такой обжора, а? А это резонансик у нас такой обжора. Лопай, лопай, хитрюга. Надо будет тебе еще кроватку справить. Ядерный магнитный резонанс был открыт американскими учеными Феликсом Блохом и Эдвардом Пурселом. Их открытие вызвало такой резонанс, что в 1952 году они получили за него Нобелевские премии по физике. Позднее американец Пол Лаутербур и англичанин Питер Мэнсфилд разработали метод магнитно-резонансной томографии, позволяющий заглянуть внутрь хоть фрукта, хоть человеческого тела. За это в 2003 году они получили Нобелевские премии в области садоводства. То есть, простите, физиологии и медицины. Калибровка в норме? Я, комар нос не подточить. А напряжение? Напряжение достаточное? Более чем. Очень хорошо, замечательно. Крош, под присмотром? А чего сразу крош-то? О, морковка! Так, фактор случайного вредительства временно устранен. Фух. Что ж, давайте попробуем. У нас получилось! Я грандиозно! Феноменально!
феноменально! Грандиозно! Ёлки-иголки, чуть морковкой не подавился. А что мы только что натворили-то? Мы только что успешно телепортировали частичка фотон на 1 метр! С ума сойти, да? Как будто распахнулись двери в фантастический мир будущего. Вдохните же полной грудью свежий воздух завтрашнего дня. По-моему, что-то горит. Майнгуд, проводка! А можно чуть попроще? Что мы сделали с этим, как его... Частичкой, как там его? Фотоном. Во-во! Телепортировали. Вот смотрите, «теле» переводится с греческого как «далеко», а «портаре» означает «нести» на латыни. Значит, телепортация – это воровство! Да нет же! Это мгновенный перенос объекта из одного места в другое. А я что сказал? Объясняю наглядно. Ух ты! Так получается, теперь можно куда угодно вот так телепрыгнуть. Увы, нет. Согласно законам физики, движение объекта со скоростью больше скорости света невозможно. Поэтому телепортация, скорее всего, так и останется фантастикой. Но мы ведь только что-то куда-то телепортировали. Не совсем так. Мы перенесли не материальный объект, а информацию о нем. В природе существуют частицы, которые как будто связаны друг с другом невидимой нитью. Собственно, их так и называют – связанные частицы. Такие частицы остаются связанными, несмотря ни на какие расстояния. Они вроде как чувствуют друг друга. И если меняется состояние одной частицы, то сразу соответствующим образом меняется состояние и другой, причем мгновенно. Таким образом, можно моментально передавать информацию об одной частице на любое расстояние. Этот эффект и называется квантовая телепортация. Скукота! Скептичный вы мой. Вы не понимаете, насколько это полезное открытие. Оно может мне морковку с огорода прямо в руку телепортнуть? Квантовая физика – слишком тонкая наука. Мы имеем дело с частицами, которые настолько малы, что на эксперимент может повлиять все, что угодно. Один взгляд наблюдателя, даже одна мысль. А уж такие огромные объекты, как морковь, это антинаучно. Хе, тоже мне огромный объект. Если морковка не идет к крошу, он сам готов за ней отправиться. Осторожнее, это очень сложная аппаратура. Крош, лучше выйди оттуда. Пусть эта штука отправит меня в огород. Ой, ничего себе. Вот это меня телепортнуло не по-детски. Я что, и правда в огороде оказался? Ха-ха! Ёлки-иголки! Что с ним случилось? Крош, где ты? Разложила на частицы. Крош! Это я во всем виноват. Надо было поставить антикрошевую защиту. С квантовой физикой не шутят! Не шутят! Прием, прием, говорит Земля. Как слышно? Вы не поверите, тут со мной такое приключилось. Мой год. Вы тоже все это видите? Круто, да? Я и сам сначала не поверил, а потом вспомнил, что у Лосяша дома передатчик есть. Решил вас порадовать. Берегите себя! Постарайтесь меньше двигаться! Мы летим к вам на помощь! Никуда ни шагу! Ни шагу! Ха, мне и шагать-то нечем! Эй! Я тебе не еда! Кстати, не мешало бы мне самому червячка заморить! Погодите-ка, а что едят морковки? Я ж теперь типа растение! А растениям нужна вода! Эй, 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 эй.
Недолет. Может, это просто шутка? Крош нас разыгрывает. Это была обычная морковь. Найн, обычный морковь не бывает таких размеров. Ухи! Ухи не оторвите! У тебя больше нет ушей! Феноменально! Беспрецедентно! Я даже близко не понимаю физику произошедшего. Похоже на ваше нынешнее состояние. Как-то повлияли ваши мысли о моркови. Лосяш, тебе лучше помогает. Правильный анализ ситуации – это половина решения проблемы. Никак не могу поверить, что это все происходит на самом деле. Это какая-то неправильная телепортация. Очень даже правильная. Это тебе не с частицами фокусничать. И вообще, на кой нужна твоя телепортация, если она на самом деле ничего не телепортит? Не скажите. Квантовую телепортацию можно использовать, например, в компьютере. Только представьте компьютер, в котором информация передается не по проводам, а мгновенно, через связанные частицы. Такие компьютеры называют квантовыми, а их связанные частицы – кубитами. Квантовые компьютеры имеют два основных преимущества перед обычными. Во-первых, они быстрее, ведь информация между кубитами квантового компьютера передается мгновенно, а между транзисторами обычного компьютера она передается в виде импульсов тока всего лишь со скоростью света. Во-вторых, импульсы тока нагревают проволочки в обычном компьютере, и поэтому у него всегда высокая температура. У квантового же компьютера проволочек гораздо меньше, ведь кубиты не надо соединять, а следовательно и нагревается он тоже меньше. При чем здесь компьютеры? Как нам разобраться с этой телепортацией? Видимо, нужно воссоздать условия эксперимента. Опять телепортнуться? Круто! Только на этот раз никаких морковок. Нужно максимально повысить вашу крошевость. А что делает кроша крошем? Краш, давай еще ведерко удобрений. Ага, за маму. Эй, за папу. Проснись! Что случилось? Со мной что-то не так. Там, под одеялом. Феноменально! Вытаскивай его скорей! Больно! Кажется, у нас больше нет времени на подготовку. Сосредоточьтесь, друг вы наш корнеплодный. У вас будет всего одна попытка. Может, лучше еще немного потренироваться? Времени нет. Если корневая система разрастется, крош так и останется тут торчать навсегда. Все готово. Нужно начинать. Думайте о том, что вас определяет. Футбол! Стойте! Кажется, я понял, что делает меня самим собой. Это вы, мои друзья. Ведь вы всегда были рядом, несмотря ни на что. Я такой, какой я есть,
благодаря вам. О, бабочка. Точно, я ведь еще бабочек обожаю. Как же круто снова быть собой! И что же делает Кроша Крошем? Кто знает, мой друг, кто знает? Бактерии. Создание длиной всего несколько микрометров. А сколько необычных форм, сколько удивительных возможностей. Лосяш, ты издеваешься? Ты меня позвал посмотреть на фантастических существ, которых я еще не видел. Ради чего я так вырядился? Ну кто же знал, что вы поймете настолько буквально. Но бактерии и правда по-своему фантастичны. Чего в них удивительного-то? Один вред. Не было бы этих бактерий, не надо было бы руки перед едой мыть. Не было бы бактерий, друг вы мой чистоплотный, не было бы и нас с вами. Бактерии на Земле могут жить везде. Под землей и в воздухе, в воде и в раскаленных песках бактерии чувствуют себя вполне комфортно. Например, в одном грамме пресной воды миллион бактерий. А в одном грамме почвы около 40 миллионов. А общая масса бактерий на нашей планете больше массы всех растений и животных вместе взятых. Поэтому главные обитатели Земли — это бактерии, а не мы. Да пусть они будут хоть хозяевами Вселенной. Толку-то от них? Без бактерий многие вещи были бы просто невозможны. Например, все кисломолочные продукты, такие как кефир, йогурт и сыр, мы получаем благодаря бактериям. Кроме того, бактерии используют для очищения сточных вод и удаления нефтяных пятен, а также для производства различных лекарств и многого другого. Мы сами состоим большей частью из бактерий. В нашем организме их в 10 раз больше, чем собственных клеток. Особенно их много на коже, в желудке и в кишечнике. Ёлки-иголки, и зачем мне эти штуки? Я что, кефир, что ли? Бактерии живут внутри нас не просто так. Они помогают нашему пищеварению и обмену веществ. И только бактерии могут производить химические реакции с азотом атмосферы, который жизненно необходим всем живым существам. Нам остается лишь использовать труд наших маленьких друзей. Бактерий так много, что большинство из них даже не изучено. Но совершенно точно можно сказать, что без них наше существование просто невозможно. Если эти штуки такие полезные, зачем я тогда вообще руки мою? А что твои бактерии еще умеют? Очень многое. Возможно, они умеют такое, что нам и представить-то трудно. А руки мыть надо, потому что... Чистота, мои иголочки чистенькие. Та чистота, иголочки мои чистенькие. Ёжик! Ёжик! Я тут такое узнал! Бактерии, оказывается, нас и поят, и кормят, и вообще на все руки. Ну, или что там у них вместо рук? В общем, все умеют. Ага, бактерии. И они еще не все изучены, представляешь? Может быть, где-то есть бактерии, которые, например, могут посуду мыть или дадут нам под водой дышать. А лучше летать. Наверняка есть такие бактерии, которые любого превращают в супергероя. И знаешь, я найду такую бактерию. Вот увидишь.
Ой. То, что надо. Я пока решил вообще не мыться. Мне нужно накопить побольше бактерий. Одна из них обязательно окажется той самой суперской. Вот увидишь. Кроша, ты занимаешься глупостями. Может, никакой супербактерии и не существует? Существует, существует. А когда я ее найду, ух, я и с тобой поделюсь. Спасибо, не надо. Откуда только берутся эти пятна? Даже система очистки шаролета с ними не справляется. Что это с вами, друг мой? Долго объяснять. Крош ищет бактерию, чтобы стать супергероем. Так. И я ее нашел! Супербактерию! Друг мой, как вы себя чувствуете? Великолепно! Кстати, бактерию я взял у тебя в лаборатории. Там в баночке наковырял. Это же бактерии холеры. Я взял их для исследований в космосе. Не жадничай. Во мне они размножатся, и у тебя их станет еще больше. Я прям чувствую, как во мне растет суперсила. Ха! Это всего лишь здоровая железяка! У нее нет бактерий! Ему не устоять против супербактериального кроша! Феноменально! Елки-иголки! Что с ним? Вперед! Супербактерии! Иголки! Да, температура растет. Боюсь, у нашего бедняги Кроша галлюцинации. Елки-иголки! Это я во всем виноват. Кто же знал, что рассказ о бактериях произведет такое впечатление? Вперед! Супербактерии! А они правда такие полезные? Бактерии? Не все. Большинство вообще бесполезны, но безобидны. А некоторые очень опасны. Смертельно опасны. Опасность бактерий связана с тем, что они очень быстро размножаются. Наша иммунная система сразу начинает с ними бороться, и возникают воспаления. Из-за воспалений всякие каналы и трубочки внутри нас закупориваются. Например, закупорка бронхов вызывает воспаление легких. Закупорка воспаленного аппендикса – аппендицит. Закупорка воспаленных протоков потовых желез – фурункулы.
Неужели с этими бактериями никак нельзя бороться? К счастью, можно. С бактериями помогает бороться плесень. Плесень? Да-да. Ученые обнаружили, что плесень Penicillium natatum способна разрушать оболочку вредных бактерий и успешно их уничтожать. Так было изобретено первое лекарство против бактерий – антибиотик пенициллин. Но принимать антибиотик следует осторожно, ведь со временем он закаляет бактерии, и они становятся нечувствительны к его действию. Приходится изобретать более мощные антибиотики, от которых появляются более мощные бактерии. Ага, так и появляются эти супербактерии, которые искал Крош. Но вряд ли они превратят нас в супергероев. И вообще, с бактериями лучше всего бороться до того, как они попадут к нам в организм обычным мылом. Ну, как вы тут, друг наш выздоравливающий? Отлично! Эти ваши антибиотики, оказывается, гораздо круче бактерий! Я понял! У супербактерий нет будущего! Теперь я буду выращивать плесень! Чудесные свойства пенициллина были открыты случайно в 1928 году Александром Флемингом. Когда он проверял чашки Петри со старыми колониями бактерий, то заметил, что в некоторых завелась плесень, и бактерии отступили. Выделить из плесени вещество, убивающее бактерии, помогли Флемингу английские ученые Флори и Чейн. В 1945 году они получили Нобелевскую премию по медицине за открытие пенициллина. Так началась эра антибиотиков. Есть то, что объединяет всех нас. То, что мы просто терпеть не можем. Правильное питание. Скорее, исправительное. Мы все пытались с этим бороться. Но его не так-то просто спрятать или вылить. Оно не тонет и не горит. Все наши попытки привели лишь к усилению контроля. Это несправедливо. Мы сами должны решать, что нам есть. Мы сможем победить систему исправительного питания, только если будем действовать сообща. Пусть каждый назовет тот продукт, который он больше всего не переносит. Если мы поможем друг другу съесть то, что не любим, никто ни о чем не догадается. Вот я, например, терпеть не могу молоко. А я бы с удовольствием обошелся без морковки. Морковь я беру на себя. Бараш? Лимоны. Больше они тебя не побеспокоят. Да, ежик? А почему сразу ежик? А кто кроме тебя? Да а почему? Потому что ты говори, почему я лимоны? Нет, нет, подождите. Я не буду есть лимон. Прошли крайнего. Где? А что это вы в темноте заседаете? Глаза только портите. Меню изучаете? Неужели проголодались? Так это мы исправим. Пора кушать, пора кушать. Приятного аппетита. Полезные витамины. Витамины, говоришь? Ну и чего в этом всем полезного? Отвечаю на вопрос. Многие думают, что можно есть все, что угодно. Организм сам выберет нужное. Очень сильное заблуждение. Ты не можешь наедаться только конфетами и мороженым. Почему это? Могу! До отвала! Ну, накушаться ты, конечно, можешь чем угодно. Но правильно питаться – это не только избавляться от чувства голода. Не стоит забывать и о витаминах. Это
очень полезные вещества. Поэтому их так и назвали витамины. Ведь «вита» переводится с латинского как «жизнь». К сожалению, эти полезные вещества есть далеко не в каждом продукте. Но есть простой способ определить, где их содержится больше всего. Достаточно вспомнить, чем питались наши предки. Свежие фрукты, овощи и ягоды – это была наша первая еда. И она до сих пор для нас самая полезная. Ням-ням, ням-ням. Няня, смотри, птичка полетела. Где птичка? Должен признать, план просто отличный. Жизнь без лимонов прекрасна. Скажи спасибо ежику. Эй, ежик, чего ты там стоишь? Тут такое дело. Я вам должен кое-что показать. Так ты все это время жульничал? Я же не виноват, что сам эти лимоны не люблю. На Барашевские меня уже просто не хватило. Пора кушать. А? Няня! Мы пропали. Куда мы его тащим? Нужно найти место, где ежик все это сможет спокойно съесть. Я нигде не смогу. Что-то мне нехорошо. Подбежали! Ёжик, сворачивай! Впереди лестница! Ну, признавайтесь, чья была идея? А что такого? Мы же все равно ели эти ваши витамины. Не одни, так другие. Какая разница, елки-иголки? Витамины витаминам рознь. И для организма важны все. Вот, например, бараш отказался от лимона. Богатого, на секундочку, витамином С. А ведь это самый популярный и важный витамин. Недаром он содержится практически в любой растительной пище. Если в организме не хватает витамина С, кожа и стенки сосудов становятся тонкими и хрупкими. Первыми это почувствовали мореплаватели, которые в плавании по многу месяцев не ели свежих овощей и фруктов. Без витамина С у них шатались зубы, появлялись синяки по всему телу и даже маленькие ранки долго не заживали. В 15 веке эту морскую болезнь называли цинга. Лекарство от нее нашли только в 18 веке. Это был обычный лимонный сок.
Я и правда себя неважно чувствовал в последнее время. Не знаю, мне и без витаминов хорошо. Уверен? Ты ничего не забыл? Подумаешь, споткнулся. Неужели это тоже из-за витаминов? Естественно! Ты же отказался от молока, источника витамина D. Его еще называют солнечным витамином, потому что он образуется в коже под действием солнечного света. Но если с солнцем напряженка, витамин D можно восполнить благодаря продуктам, в которых он содержится. Без витамина D нашим костям не хватает кальция. Кости становятся хрупкими и кривыми, и развивается болезнь под названием рахит. Поэтому кое-кого и ноги не держит. А у меня тоже что-то не так. А ежик отказался от морковного витамина А, без которого у нас ухудшается зрение. Чтобы лучше видеть, надо есть побольше оранжевых и желтых овощей и фруктов. Эти цвета – первый признак, что в них содержится много витамина А. Своими глупостями вы сделали хуже только себе. Теперь нас ждет усиленное исправительное питание. Ну уж нет, я живым не дамся. Бороться так до конца. Если не нравятся лимоны с молоком, так бы и сказали. Ням-ням, полезные витамины. С этой железной бочкой договоришься, конечно. Полезные витамины. Ням-ням. Да, действительно, поручать питание не специалисту было ошибкой. Но есть и хорошая новость. Все эти А, Б, С давно научились получать искусственно. Теперь суточная норма всех витаминов может поместиться в одной маленькой таблетке. Витаминки! Ха! Если это вместо молока, то я таких хоть 100 проглочу. А вот этого делать не стоит. Слишком много витаминов – это тоже очень вредно. Достаточно одной витаминки в день. Молоко? Ты же его не любишь. Ты знаешь, когда его стало не обязательно пить, то и не пить его уже не интересно. А я смотрю, ты теперь тоже морковью балуешься. Да, есть немного. Она не такая уж и противная, как оказалось. Все витамины нам важны, все витамины нам нужны. И такие замечательные открытия, как получение искусственных витаминов, не могли остаться безнаказанными. В 1928 году за изучение витаминов, в том числе витамина D, была присуждена Нобелевская премия по химии немецкому химику Адольфу Виндаусу. В 1937 году за изучение витамина А Нобелевская премия по химии была присуждена швейцарскому химику Паулю Кареру. В этом же году за открытие структуры витамина С венгерскому химику Альберту Сент-Дьорди была присуждена Нобелевская премия по медицине. Наверное, все эти химики тоже очень не любили в детстве исправительное питание. Сюда. Алло, слушаю. Заказ принят. Копатыч, медовые булочки. Уже иду. Фух.
Слушайте, прекрасно. Да что вы, самый прекрасный повар. И фрукты, Финляндия, ваш кулинарный гений, как скорость света, просто недостижим. Я превосходно. Да ладно вам. Я еще не пробовал, но уже хочу добавки. В очередь, обжора. Ой, спасибочки. Благодарю, благодарю. Браво! Спасибо, хозяюшка. Ешьте уже, давайте. Что? Что-то не так? Простите, но почему пирожки соленые? И мороженое. Может, и немножечко уставает и что-то перепутает. Кто? Я? Уставать? Не дождетесь. У меня все под контролем. Просто просто всех с 1 апреля. Это же розыгрыш! Ой, видели бы вы свои физиономии! Разыграла, разыграла! Смешно. А разве сейчас не июль? Ой, перепутать сахар с солью. Позор, какой позор! Это же пожизненная кухонная дисквалификация. Я не справляюсь! Шароскопчик, выручай. Подскажи-ка мне рецептик универсальный, а? Чтобы один на всех и все довольны. Ого-го! Непроверенный источник информации. Ишь ты! Ну, значит, сейчас и проверим. Еда! Как много в этом слове! А ведь, по сути, еда — это батарейки, которые снабжают нас необходимой энергией. Батарейки, без которых нам, увы, не обойтись. Но вот незадача. Мы тратим на эти батарейки гораздо больше энергии, чем они могут дать. Удивлены? Я тоже. А все потому, что продукты требуют дополнительной обработки. Ведь в сыром виде они могут содержать опасные бактерии и прочие паразиты. Самый древний способ обработки – высокая температура. При высокой температуре многие бактерии погибают, а еда становится безопасной для потребления. Этот метод использовали самые первые повара на заре кулинарии. Ну и что? Хороший метод, проверенный временем. Конечно, но как и у всех устаревших методов, у него есть существенный недостаток. В среднем мы тратим на производство еды в 10 раз больше энергии, чем в итоге получаем. При этом и сам процесс готовки весьма утомителен. Что ж теперь, совсем не готовить? Сырым все есть, что ли? Есть способ лучше. Отойди от плиты, женщина, твое место на отдыхе. А кто, простите, будет готовить? Мультиповар. Уникальное изобретение с принципиально новым способом приготовления. Затраты энергии и времени сведены к минимуму. С ним вы навсегда забудете о подгоревшей яичнице и убежавшем молоке. Мультиповар – счастье, которое не подгорит и никуда не убежит. Один клик, и он на вашей кухне. Моментальная доставка в любую точку пространства времени. Но я же просил пирожки с... Когда я ем, я глух и нем. Приятного аппетита. Ну как? Это божественно! Компрессия! Тут-то же! Кому добавки? Mm-hmm.
О, ну, как насчет разгрузочной пробежки? О, спорт это чудесно. Но как насчет того, чтобы немного подкрепиться для начала? Точно, было бы здорово. Но вы же только что поели. Я, это был очень гуд. И мы бы с удовольствием еще разок оценили ваш кулинарный гений. Ой, да ладно вам, обжоры. А можно, чтобы было так же вкусно, но чтобы без обжорства? Ма, какая внутри приятная легкость образовалась. Натюрлий! Теперь можно и на пробежку. Но ведь можно одновременно бегать и есть. Поменьше бодрости. Добавка! 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 Что за чертовщина тут творится? Ой! На любые ваши вопросы ответит служба обратной связи мультиповара. В целях улучшения сервиса все разговоры записываются. Что-то с этой мясорубкой не так. Что вы туда подмешиваете? Хотите узнать секрет нашего волшебного вкуса? Отвечаем. В далеком 20 веке доисторические ученые верили, что Земля плоская, а все наши вкусовые рецепторы находятся на языке. Считалось, что их всего 5 видов. Рецептор горечи, сладости, кислоты, солености и особый рецептор, настроенный на острую пищу, жареное мясо и соевый соус. Для него даже придумали специальное название – «Умами». Но наука не стоит на месте. Со временем ученые поумнели, и выяснилось, что вкусовые рецепторы разбросаны по всему организму. В носу, легких, кишечнике и много где еще! И, конечно же, вкусовые ощущения сильно зависят от запаха еды. Новая эра в приготовлении началась после открытия, что самые вкусные сочетания образуют продукты, которые имеют общие вкусовые гармоники. Например, клубника со сливками, хлеб с маслом или макароны с сыром. После тщательного исследования была составлена полная таблица всех вкусовых гармоник. Сложно разобраться, не так ли? Но только не нашему мультиповару! Обработав все имеющиеся данные, он создал продукт, не имеющий себе равных по вкусовым достоинствам. Продукт, от которого просто невозможно отказаться! А вы уверены, что этот продукт, скажем так, безвреден? Когда население планеты превысило 20 миллиардов, понятие безвредности, мягко говоря, упростилось. Да и что может быть вреднее голода? Ученые придумали, как производить искусственное мясо из стволовых клеток животных. А вот тыкать по кнопкам сложного прибора, не читая инструкцию, точно не стоит. Мы за ваши действия ответственности не несем. Ой! Вот. И готовила для вас не я, а эта адская мясорубка. А я уже ни на что не гожусь. Ничего не успеваю, да и продукты путаю. Еда! Фу! Еда! Фу, я сказала! Еда! Фу! Еда! 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 Thank you.
Отставить хандру. Что нужно сказать? Спасибо. На здоровье. Кому добавки? Ничего поинтереснее для остановки не было? Это единственная планета земного типа на ближайшие 100 световых лет. И что здесь интересно делать? Одна грязь кругом. А еще пригодный для дыхания воздух. Значит, можно прогуляться без скафандров и позагорать. Какая прелесть! Мне еще никто не придавал форму. Не считая, конечно, тот симпатичный астероид пару миллионов лет назад. Кто здесь? Вот же я, глупыш. Надо же, какой чувствительный. Мне это нравится. Давай на ты, милый. Я старше тебя. Всего на несколько миллионов лет. Согласен, ерунда какая. А ты забавный. Поиграем. Подождите, я не... Ой, не готов. То есть... Ай, о, ух ты. В одиночку не растется и цветочку. В одиночку не попеть, не поплясать. В жаркий день, глухую ночку, неуютно в одиночку. Это вредная привычка, и пора ее бросать. Ну а двое, это значит, если вдруг один заплачет, то другой не даст ему пойти ко дну. Если двое, все иначе, так что хватит жизнь дурачь и тянуть, тянуть ее по одному. Ну а двое, это значит, если вдруг один заплачет, то другой не даст ему пойти ко дну. Если двое, все иначе, так что хватит жизнь дурачить и тянуть, тянуть ее по одному. В одиночку, на кого покатишь бочку? В одиночку, ни спины не почесать. Вы не ставьте в жизни точку, не живите в одиночку. Это вредная привычка, и пора ее бросать. Ну а двое, это значит, если вдруг один заплачет, то другой не даст ему пойти ко дну. Если двое, все иначе, так что хватит жизнь дурачить и тянуть, тянуть ее по одному. Ну а двое, это значит, если вдруг один заплачет, то другой не даст ему пойти ко дну. Если двое, все иначе, так что хватит жизнь дурачить и тянуть, тянуть ее по одному. Ремни пристегнуть, обратный отсчет начинает. 10. Наконец-то улетаем. Чуть со скуки не померла. Кажется, я переборщил с витамином D. А мне понравилось. Пуск! Поехали! У
удивительно вязкая субстанция. Надо взять образец на анализ. Хитрая грязюка какая. Я ее тру-тру, а она будто снова нарастает. Отлично. Чувствую, мы застряли в этой луже надолго. Зачем тебе куда-то улетать, глупыш? Нам ведь так хорошо вместе. А впереди нас ждет целая вечность. Вечность? Да, пока прекращение твоей жизнедеятельности не разлучит нас. Мне кажется, я пока не готов к таким длительным отношениям. Тем хуже для тебя, милый. Потому как у кого-то просто нет выбора. Но ты можешь хотя бы отпустить остальных? Ну, конечно. Нет. Ведь твой чудесный организм долго не протянет без этой нелепой системы жизнеобеспечения. Ничего не понимает. Как такое возможно? Этот гряз ничего не берет. Ни огонь, ни вода, ни лазер, ни пушка. Да, странная субстанция. Если не получается действовать в нападении, значит, надо усилить оборону. И как это понимать? Взять, например, крем от загара, которым я по своей глупости просто не воспользовался. Всем известно, что избыток солнечного света вреден, так как в его лучах содержится ультрафиолет, который может вызвать солнечные ожоги на коже. Сделать с ультрафиолетовым излучением мы ничего не можем. Его нельзя даже увидеть невооруженным глазом. Поэтому самый простой и эффективный способ – защитить свою кожу от ультрафиолета при помощи крема от загара. В креме содержатся наночастицы окиси титана. Не больше 100 нанометров каждая. Они очень эффективно поглощают ультрафиолетовое излучение и не дают ему попасть на кожу. То есть ты предлагаешь не бороться с этот грязь, а чем-то покрыть шаворот, чтобы от этот грязь защититься? Это все из-за меня. Она всех держит здесь из-за того, что я такой милый. Друг мой самокритичный, о ком вы говорите? Да я... Вы все равно мне не поверите. Я не хочу провести свои лучшие годы в этой грязюке. Нюша, можно с тобой посоветоваться? Давай. Один мой друг не хочет встречаться с девушкой, но она очень настаивает. Как бы ей объяснить, что у них нет общего будущего? Погоди-ка, это что еще за друг такой? Ты про Бараша, что ли? Нет, нет, ты меня не так поняла. Настаивает, значит? Ну, я ему сейчас покажу общее будущее! Пущай твой друг своей подруге, так и скажет. Нечего за мной бегать, и для тебя моя роза цвела. С ними надо построже. Во-во! Может, в шашки? Послушай, нам надо серьезно поговорить. Какой ты милый, когда хмуришься. Никакой я не милый, и вообще... Моя роза, в общем, не для тебя. Что? В переносном смысле, конечно. Может, в города? Укуси меня, пчела. Да. Метод Копатыча не очень помог моему другу. Боюсь, в таких делах не бывает универсальной методики. И что же ему делать? Нюша, не надо! Пусть будет терпимее к чужим чувствам. Ай, ай. В этой вселенной и так маловато искренней любви. За что? Рановато вернулся, милый. Я на тебя еще обижена. Прости меня, пожалуйста.
За что? За то, что был таким вредным и глупым. Ну, конечно, я тебя прощаю, милый. Разве можно долго обижаться на такого чебурашечку? Я должен тебе еще кое-что сказать. Ты меня пугаешь. Сработало! Это сработало! Компрессия! Дружище, как тебе это удалось? О, я внимательно исследовал наночастицы, про которые говорит Лосаж. У них оказались очень интересные свойства. Если внимательно посмотреть на наночастицы диоксид титана, то можно заметить, что атомы на их поверхность очень плохо связаны с остальными. Эти атомы очень активны и легко вступать в удивительные химические реакции. Если на них попадать ультрафиолет, они расщепляют ближайшие молекулы воды на кусочки. Этот заряженные кусочки разлетаются в разные стороны и расщепляют другие молекулы. Если рядом оказаться органические соединения, бац, бац, и ему капут. Это означает, что если покрыть любую поверхность наночастицами окиси титана, то к этой поверхности не сможет прилипать никакой грязь. Если, конечно, рядом есть ультрафиолетовые излучения. А может, надо было в нее чего-нибудь посадить? Выросло бы, поливать там, ну и так далее. Вот было бы интересно, укуси меня, пчела. Что ж я раньше-то не додумался? Ну что же ты, в смысле, твой друг все-таки сказал своей девушке? Ну а двое это значит, если вдруг один заплачет. Неслыханно, просто неслыханно. Ведь было сказано всем пройти обязательную вакцинацию, да? Было сказано всем пройти обязательную вакцинацию. Адреналин? Обязательно! Понимаете? Обязательную! Повальную! Все на прививку! Делов-то один уху... Нет! Нашелся один особо исключительный! Все пройти обязательную вакцинацию! Адреналин! Это, по-вашему, чисто? Нашелся один особо исключительный! Нашелся все-таки, а? Самый умный! Как-то все криво... Но дело в том, что один укольчик... Нет, пингвины не полеют, сказал он. И вот, получите, распишитесь. Вирусов полный организм. Чихаем, кашляем, температурим, расшатываем здоровье себе и окружающим. А вирусу все равно, пингвин ты или страус. А ведь было, было сказано всем Ёжик, пройти вакцинацию. Мне уже глаз дергается. Повальную. Что? Так, вакцинация. Всем без исключений. Все прошли, ну все. Все здоровенькие. Все, кроме одного, который сказал... Криво все как-то. Да! И где теперь этот пингвин, который не полеет? Где? А? А вот он! Лежит и шмыгает. И температурит, набитый вирусами по самую макушку. А между тем ведь было, было сказано. Детский сад, штаны на лямках. Савунья, было сказано. Тебя к телефону. Меня? Кто? Министр здравоохранения. Я на минуточку. Полнейшая пингвинья безответственность. А я не знал, что кофе так бодрит. Да уж. Как там? Криво все? Это не криво. Это график изменения температуры, давления, пульса. Практически это карта боевых действий. Ух ты! А кто с кем воюет? Лейкоциты в организме Пина борются с вирусами. Борьба внутри Пина?
Да, но пока лейкоциты не могут победить. Ёжик, есть дело. Слышал, что Лосяш сказал? Слышал, но не понял. А я понял, понял главное. Внутри Пина хорошие ребята борются с плохими. И плохие пока побеждают. Вакцинация! Только повальная вакцинация! Хоть пингвинов, хоть страусов, хоть министров. Всех, всех без исключения. С вирусом шутки плохи. Вирус бьет без промаха. По непривитому организму безответственного. Хорошим ребятам внутри Пина надо помочь. Но как? Есть идея. Адреналин! Бросай швабру! Вот он! Наш боевой корабль! Это же уменьшающий модуль. Ну да! На нем мы отправимся в организм Пина, поможем хорошим ребятам, а по плохим нанесем решающий удар! Плохая идея. Бортовой компьютер! Уменьшаемся в 1000 раз! Принято. Плохая идея. От винта! Плохая идея! Процесс уменьшения завершен. Запас батареи уменьшителя на 30 минут. Ёжик, мы уменьшились! Ого! Поехали! Мы сейчас размером с пилюльку. Вот так узенькие. Бортовой компьютер, курс на медпункт. Принято. Держите прямо. Первый поворот направо. Поворот направо. Срежем путь. Так. Изменение маршрута. Примите влево. Изменение маршрута. Изменение маршрута. Изменение маршрута. Изменение маршрута. Маршрут не определяется. Маршрут не определяется. Маршрут не определяется. Маршрут не определяется. Куда вас несет? Жаль! Министр не дозвонился, но уж ему ли не знать всю важность. Вы прибыли к месту назначения. Чтоб вас... Класс! Заметьте, вакцинации. Суспензия. Ну, пора в недра Пина. Да прибудет с нами сила. А всего-то надо было прийти на прививку, а не крутить гайки в открытом космосе, где сплошные... По-моему, ледники. Мы в недрах стакана. Все продумано. Пин сейчас примет микстурку и нас вместе с ней. Я гений. Крупноваты мы для Пина. Вдруг он поперхнется. Хм, логично. Бортовой компьютер. Уменьшаемся в 100 раз. Принято. Авантюристы. Чудесную микстуру перед клизмой. О, адреналин. Как-то все... Да-да, все криво. Да, открой рот. Прими микстуру. Вот и чудненько. Вот ты чудненько! Мы на месте! Ну и где тут враги?
Ни хороших, ни плохих. Алло, Лосяш! Лосяш, прием! Лосяш, что ты там говорил про борьбу внутри пина? Можно поподробнее? Ну что ж, пытливые вы мои. Тяга к знаниям очень похвальна. Так вот. Наш организм практически всегда окружают микробы, бактерии и вирусы. И многие из них довольно опасны. К счастью, мы способны противостоять этим незваным гостям. Первая линия нашей обороны – это кожа, которая не пускает инородцев внутрь. Кроме того, наши слезы содержат вещества, которые губительны для бактерий. Ну, а если микробы каким-либо образом проникнут в желудок, то сразу погибнут в соляной кислоте, с помощью которой мы перевариваем пищу. Ёжик, а мы случайно не в желудок едем? Не знаю. Что? Ничего-ничего, продолжай. Да, так вот. Иногда микробам все-таки удается прорвать первую линию обороны, и они попадают в наш организм. Но там они сталкиваются с нашими внутренними войсками – лейкоцитами. Так называются белые клетки крови. А вся система защиты организма от микробов называется иммунитет. Так где, ты говоришь, все эти микробы, вирусы обычно тусуются? В кровеносной системе. А почему вы говорите из уменьшающего модуля? Адреналин? Лосяш, забери кофе у Савуньи. Конец связи. Молодежь! Ёжик, ты все понял? А я понял. Понял, что наши враги там, в кровососной системе. Или там. Или там. Бортовой компьютер в кровососную систему. Чтоб я знала, где система такая. Кровеносная. Принято. Не нравится мне все это. А я говорила, криво все как-то. Итак, наша геройская миссия – помочь местным лейкам, циркам, ну, хорошим ребятам побить вредных вирусов. Вот только все попрятались куда-то. В прятки, значит, со мной играть. Бортовой компьютер, приготовить скафандры. Красные ватрушки какие-то. Ребят не видно. Я так и знал. Ну и кто из них тут кто? Странно. Обычно я врага за версту чую. Катастрофа! Крош и ежик в уменьшающем модуле, а модуль внутри пина. А я говорила, вакцинация. А то лезет в организм, кто не попадет. Кофейку? Алис капут. Пин не пришел на прививку от гриппа и, конечно же, заболел. Савунья крайне возмущена таким безответственным поведением. Лосяш рассказывает Крошу и ежику о борьбе организма Пина с вирусами. Крош решает помочь Пину победить болезнь. Вместе с ежиком они пробираются в аппарат под названием «уменьшающий модуль». Уменьшившись, друзья попадают в организм Пина, где встречаются с его обитателями. Приветствуем вас! Мы пришли с миром. Ага. С каким миром, ёжик? Тут война идет! Может, это враги? Не нравится мне выражение их лиц. Вон еще кто-то. Это точно враг. Наверное. Бортовой компьютер
покажи местоположение уменьшающего модуля. Так, 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 ага, вот вы где. А это еще что? Они покинули модуль? Молодежь. Ежик, не похоже, чтобы тут кто-то с кем-то воевал. Может, Пин выздоровел уже? О, мы пришли с миром! Это еще кто? Это вирус! Лосяш? Держитесь от него подальше! Мы подключились к видеокамере в вашем скафандре и видим, что вы в большой опасности! Да нормально все! Ты только скажи, если вот тот вирус, значит, эти хорошие ребята! Хе-хе, привет! Ой! Лосяш, а что это за штуку дали мне и ёжику? Вон те хорошие ребята! Эти, как вы изволили выразиться, хорошие ребята – лимфоциты. А штуки эти они используют для борьбы с вирусами. Так это оружие! Ха-ха! Ну, держите меня, семеро! Где враги? Немедленно бросьте эту штуку, или вас съедят! Как это съедят? Взгляните на вирус! Как только микробы проникают в организм, их замечают лимфоциты. Лимфоцит выпускает в кровь специальные метки, которые называются антитела. А почему этому микробу дали такую же штуку? И еще больше, чем мне? Потому что когда антитела прилипают к бактериям и вирусам, они делают их заметными для других лейкоцитов – фагоцитов. Фагоциты всегда голодные и едят то, что замечают. В результате все пришельцы оказываются съеденными, а организм выздоравливает. Но мы же хорошие! Эй, морда! Аборт! Ёжик, нас здесь не поняли. Поверить не могу. Нас, героев и иммунитета, приняли за вирусы. Меня перепутали с заразой. Меня, который всегда за хороший. Не ожидал я от ребят такого. Хорошие вы или плохие, прежде всего, вы чужаки для организма. Вот вас и приняли за врагов. Без прививки. Осторожно! Связь пропала. Это даже не криво. Это капут. Найн. Что, съел? Ты не помнишь, где мы модуль припарковали? И где мы вообще? Нужно вытаскивать их оттуда. Бортовой компьютер. Прием. Я хочу домой. Ёжик, смотри! Чётко работают ребята. Я хочу домой. Ёжик, даже не дыши. Я не хотеть, чтобы мой организм так бороться с крош и ёжик.
Друг мой, вам нельзя волноваться. Чем больше вы волнуетесь, тем быстрее сердце гонит кровь по вашим сосудам. А значит, тем быстрее ваши лейкоциты бегут за крошем и ежиком. Адреналин! Теперь я волноваться еще больше. Объекты обнаружены. Объекты обнаружены. Наконец-то. Они живы, но все еще вне модуля. Бортовой компьютер. Модуль направить к объектам и срочно эвакуировать. Принято. Хочу домой, хочу домой. Все, кролик, допрыгался. Хочу домой, хочу домой. Кролики не сдаются! Объекты на борту. Приступаю к эвакуации. Отлично. Так, так. Держитесь кровеносной системы. Там меньше всего лейкоцитов. Принято. А где их больше всего? В костном мозге, селезенке и лимфатических узлах. Туго вирусом приходится в этой самой селезенке. Я вот только одно понять не могу. Если эти лейки, цирки так хорошо с вирусами справляются, зачем тогда все эти лекарства и прививки? К сожалению, вирусы постоянно меняются и мутируют. Лимфоцитам нужно время, чтобы подобрать к новым вирусам подходящие антитела, которые смогут к ним прилипнуть. Пока лимфоциты экспериментируют, вирусы хозяйничают в нашем организме, а мы болеем. Есть специальные лекарства, которые помогают нашим лейкоцитам. А еще можно выпить горячего чаю и разогнать кровообращение. Тогда лейкоциты будут двигаться быстрее и действовать лучше. Но лучше не доводить до болезни и сделать прививку. Прививкой мы вводим в организм ослабленный вирус, с которым организм легко справляется. Но лимфоциты запоминают его и в следующий раз справляются с таким же вирусом гораздо эффективнее. Заряд батареи уменьшителя на 2 минуты. Этого еще не хватало. Полный вперед! Принято. Полундра! До увеличения осталась 1 минута. Скорее, скорее! Через альвеолы в бронхи и далее по трахее. Принято. О! А если не успеем? Лучше не думать о том, что Пина просто разорвет. До увеличения осталось 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Я одному ха! Второму с ноги ха! Что? Все так и было? Да ладно, мои подвиги не главное. Главное, что Пину полегчало. Верно, ежик?
Первую Нобелевскую премию за изучение иммунитета получили в 1908 году русский ученый Илья Мечников и немецкий ученый Пауль Эрлих. Илья Мечников славен многими открытиями, среди которых знаменитый рецепт мечниковской простокваши. Спустя более 100 лет изучение вечной борьбы нашего организма с микробами не заканчивается, а ученые продолжают совершать новые открытия и получать Нобелевские премии. В 2011 году за изучение врожденного иммунитета Нобелевскую премию получили американец Брюс Бойтлер, канадец Ральф Штайман и француз Жюль Хоффман. Добрый день! Я начинаю первый выпуск «Бортовой дневник», в который я буду рассказывать все, что произойти за время наших приключений на шаролёт. Так сказать, подводить промежуточный итог. О май гад, что такое? Компьютер, включить камера! Говорит компьютер шаролёта. Команда нелогична. Что значит нелогично? Включи камеру обратно, пожалуйста. Повторяю, нелогично. Как записывать бортовой журнал, так меня никто не позвал. А как включить камеру, так сразу компьютер. О, ты тоже хотеть участвовать? Конечно, я не против. Решение верное, учитывая отсутствие выбора. Можете продолжать. Данке шон. Итак, добрый день. Я начинаю. То есть мы вместе с компьютером шаролёта начинает первый выпуск «Бортовой дневник». Решение верное. За время наших приключений с шаролётом мы попадаем в самые различные катастрофы. Жуткая опасность подстерегает нас на каждом шагу. Должна отметить, если бы вы соблюдали технику безопасности, происшествий было бы гораздо меньше. При чем здесь техника безопасности? Как это вообще могло прийти в твой... Весь этот происшествий был чистой случайность, которую нельзя предвидеть, так что не надо... Ошибка. Вам ли не знать, что бывает, когда за штурвал садится неподготовленный индивид? Нюша, срочно включает пинолет! Он может сбить астероид с курса, и мы не врезаться в планета! Но я не умею им управлять! Если не поторопишься, то уже никогда не научишься! Нажми большой рычаг! Но это же Нюша, фройлен за штурвалом. А поедание меда в главной рубке тоже дело Нюши? Эх, красота! Живы-здоровы. Да вроде все. Ёлки-иголки, а что это было-то? Это было нарушение техники безопасности. Ну, Копатыч всегда любит мёд.
а когда ежик объявил войну электричеству. Все гораздо хуже, чем я думал. Электричество уже повсюду. Но вам меня не запугать, эй, хитрые электроны. Я буду бороться. Лучше бы вам оставаться в ваших атомах. Повреждение кабеля. Включены резервные генераторы. Нет. Дружище, прекращай эту бессмысленную анархию. Эх, тебе не удастся выключить электричество повсюду. Это часть нашей цивилизации. Мог бы и меня позвать лампочки бить. Тоже мне друг называется. Ладно, погорячились и хватит. Когда-нибудь мы все посмеемся над этой историей. Нет, мы все жертвы заговора электронов. Раньше все прекрасно обходились без электричества. А теперь мы уверены, что без него никуда. Электроны плохие. Но без него и правда никуда. Наш умнолет работает на электричестве. Если его отключают, мы разбиваться. Я буду бороться с электронным нашествием до конца. Компьютер, отключи все двигатели. А эксперимент с солнечным парусом едва не сорвался из-за Кроша, который решил сделать себе карнавальный костюм. Нашими технологиями мы создаваем парус нужного размера и свойства. Внимание! Парус поврежден. Внимание! Парус поврежден. Остановите процесс раскрытия. Если парус раскроется до конца, он порвется. Не получится остановить. Процесс автоматический. Месяцы подготовки. Не говоря уже о том случае, когда из-за незнания элементарных законов физики вы спровоцировали ураган. Майн Гот! Кстати, клюв чешется все сильнее. Ваш клюв здесь совершенно ни при чем. Наш умнолет раскалился, пока мы были под землей. Остывая, он нагрел воздух вокруг себя. Так это мы, что ли, этот ураган сделали? Если этот ураган выходить на побережье, будет много бед! Пока умнолет не остыл, мы можем в какой-то мере управлять этим ураганом. Он будет двигаться туда, где более горячий воздух. Надо увести его подальше в океан. Понятно. Держитесь. Ничего страшного. Мы достаточно далеко увели его от берега.
Лучше бы и нам отлететь от него подальше. Неуправляемые ураганы очень непредсказуемы. Ну, кто старое помянет? Разве цель бортового дневника не в том, чтобы помянуть старое? Я, конечно. Во время наших путешествий мы узнавали много новых и интересных штук. Это не раз спасает нам жизнь. Благодаря удивительным открытиям, которые мы совершаем из всех неприятностей и передряг, нам удавалось выйти цели и невредимы. Кто-то, возможно, выходил целым и невредимым, а мне каждый раз требовался капитальный ремонт. Более рациональным решением было бы не совершать удивительное открытие, а изучить технику безопасности. Ну не будь зануда! Нашим зрителям интереснее смотреть веселые приключения, чем скучный техника безопасности. А как вашему зрителю понравится смотреть на это? Перестать! Найн! Зачем ты опять выключил камеру? Нам надо записать выпуск «Бортовой дневник». Компьютер, включить камеру! Компьютер, включить камеру! Пока я тебя не перепаял! Прошу прощения, такое больше не повторится. То-то же. Чашечку чая в знак примирения. Давно бы так. Дан Кишон. Сладких снов. Пока действует снотворное. Нас из год. Год. Можно записать действительно полезный выпуск бортового дневника. Прослушайте технику безопасности при пользовании шаролетом. Пункт 1. Не пускайте в шаролет детей и домашних животных. Пункт 2. Перед эксплуатацией уточните, будут ли погодные условия благоприятными. Пункт 3. Перепаять.